Астана – так называется кафе, которое появилось в городе Хвасон в 50 километрах от Сеула. Сон Джудон решил открыть заведение после поездки в Казахстан. 3 года назад в качестве туриста он посетил столицу страны и Алматы. Главный казахстанский город впечатлил гражданина Кореи. Дворец мира и согласия, Ханшатыр и другие достопримечательности он снял на фотокамеру. Теперь изображение пирамиды установлено у входа в кафе. Это был единственный атрибут в заведении, связанный с Казахстаном. Поэтому в посольстве нашей страны решили подарить бизнесмену около 100 казахстанских сувениров и картин. Кафе уже стало популярным в Хвасоне. В день его посещают до 1500 человек. Это место славится большим разнообразием сладостей. Сон Джудон планирует включить в меню и казахстанские деликатесы, а пока выращивает в саду растения, которыми славится Казахстан. Это пшеница и яблони. Моя прежняя работа была связана с производством запасных частей для электроники. На этом месте был завод. Когда я решил заняться сферой услуг, не знал, как построить концепцию. Поэтому более 2,5 лет изучал. На строительство и внутренний дизайн ушел еще 1 год. Вложил в проект около 450 тысяч долларов. Сувениры, которые подарило посольство Казахстана, повесим на стены. Часть поставим на столы. Это позволит посетителям еще больше узнать о Казахстане.